Sub-Zero. You have eyes, but will not see. Fight. Привет, с вами Вилсаком, интересная штука. Совсем недавно был анонсирован Mortal Kombat 10 или X Mobile для iOS и Android. И вот буквально только что появился геймплейный ролик с Android устройства, поэтому мне тут Nexus 9 нарисован, не пугайтесь, и поскольку я эту игру очень жду, не смог пройти мимо. Видео появилось на каких-то левых каналах, и вообще непонятно, это утечка, или официальный слив, или что-то среднее, поэтому невозможно достоверно сказать, что это за билд и на каком устройстве запущена игра, хотя заметно, что она весьма подтормаживает. Также очевидно, что разработчики не стали запариваться и сделали такой Injustice Gods Among Us в Mortal Kombat вселенной, благо это одна и та же студия. Не могу сказать, что я ждал какого-то хардкорного файтинга, все-таки на тачскрине это не так удобно, но, блин, могли сделать что-то, на мой взгляд, более интересное. С другой стороны, выглядит вкусно, играется, судя по всему, прикольно, и еще кроссплатформенное прохождение с большой версией игры, все это дает Mortal Kombat X Mobile какие-никакие шансы. Правда, по последним данным, игра будет free-to-play, что в современных реалиях не то чтобы плохо, но накладывает определенный отпечаток. В любом случае, Mortal Kombat есть Mortal Kombat. За вот такую фигню мы его с вами и любим. Пишите в комментариях, понравился ли вам геймплей. А с вами был Вилсаком, подписывайтесь на канал, вступайте в наш групп ВКонтакте, подписывайтесь на мой твиттер. Пока!